Открыли новый корпус, увеличили производительность труда, сократили издержки и навели порядок на рабочих местах. Сотрудники одного из самарских предприятий подвели итоги шестимесячной работы по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент России Владимир Путин. Руководителям и простым сотрудникам завода помогали представители регионального центра компетенций. Мы достигли всех наших целевых показателей, команда хорошо поработала, удалось реализовать все задуманные мероприятия, краткосрочные, которые мы могли реализовать в течение этого периода. Сейчас на предприятии работают не только люди, но и роботы. Благодаря современным технологиям на заводе постоянно наращивают объемы выпускаемой продукции. Например, это оборудование, которое находится за моей спиной, полностью автоматизировано. Здесь изготавливают прокладки для электрокабеля. А этот огромный станок приехал на завод из Италии. С его помощью специалисты предприятия будут выпускать в 2,5 раза больше основной продукции. По словам руководителей предприятия, сотрудники регионального центра компетенций смогли сократить время перемещения продукции по заводу. Уменьшение перемещения способствует тому, что быстрее поступает продукция на рабочие места, соответственно, также быстрее происходит выпуск продукции. То есть, если на 35% уменьшилось количество перемещений, то, соответственно, и быстрее стала производиться продукция. В будущем для предприятия закупят еще одну партию современного оборудования. К 2024 году производительность труда должна вырасти как минимум на 20%. Анатолий Головко, Константин Головин. События.